Uda takar shwadam, takar udam chawa wisa starsha maga, haul guana, dami udam yaudan mash udams haucha. Warpeti gaujata, ya unam yauda paja. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами тут Impout. Где-то уже 5 месяцев я ничего не снимал. Это, конечно, очень много. И я понимаю то, что все соскучились, но, к сожалению, у меня времени очень мало. Да и в целом времени-то особо и не было. Вот поэтому, пока время появилось, решил вспоминать, чем занимался, что делал, как играл и так далее. У меня настройки графики немного сбросились, но, видать, я их сейчас обратно поставил. Последний раз я посмотрел запись. Я, кстати, да, я по всем тоже очень скучал. Надеюсь, сейчас побольше вам поснимаю чего-нибудь прикольного. А так, по записи я последний раз посмотрел, чем занимался, ну, чем не занимался. Последний раз мы хотели попасть с вами кудом. О, я, кстати, налутал редких желтых северных листов. И сейву вон прокачал. Да, сейву прокачал. Редкий желтый серный лист получил. Все супер. В принципе, можем играть. Так. Как там у нас карта открывается? На М. Так. Напасть мы хотели на Удом. Вспомнили бы, где этот Удом. Кладбище мамофов. А почему мамофов, а не мамонтов? Мамофов, блин. Охерею. Вот сюда нам надо. Да, вот родина Удом. Пойдем в родину Удом. Да, я понимаю, все соскучились. Я сейчас попробую что-нибудь наснимать. Прикольное, красивенькое. Так, по FPS-ку у нас вроде все с вами супер. Чуть-чуть размытие в движении стоит. А если я отключу, кстати, размытие в движении? Да и, знаете, без размытия движения как-то даже получше. Ну, вроде как получше. Ну, ибо нафиг, ну, нам с вами надо. Так, нам надо найти проход. Вот родина Удом. Я, конечно же, ничего не помню. Сейчас пойдем родину Удом мочить, а я ничего не помню. Вообще не дело, да? Так, нам надо хилку поставить, вот обычные. Как выбрать-то? Вот так. Первобытное лечение, пока обычный. Так, стелс на С. Подкат тоже так, по-моему. Так, нам надо вроде бы вот тут чуть-чуть пройти. Так, тихо. Вот так, да? А как это? А. Так, вот это у меня кнопка показывает запахи. Так, а как я отмечал? А, хорошо. Это подсказочки. Так, на Z я помню сова. Так, X-лук. Тихо, вообще не то, что я хотел. Блин, какая-то кнопка. А, вот. P русская. Так, P русская, это мы жрем. Убийство зверем. Ушли вон отсюда.
А я ты его сожрал. А, вот. Сожрали топиры. Очень мило. Так. Ладно. У нас волки должны сейчас бояться. А седлать тебя нельзя, братан? Я же изучал навык. Ну-ка, пусти. Или... Ладно, фиг с этим. Так, нам надо найти проход. Я надеюсь, я его найду с первого раза. Потому что если я его не найду с первого раза, будет грустно. Может быть, вот здесь он? Нет, здесь просто проход. Блин, в конце прошлой серии я по записи посмотрел то, что было 5 месяцев назад. Охереть, конечно. Я нашел проход. Значит, я его и сейчас должен найти. Чё не забираешься-то, господи? Запыхался уже, что ли? Совсем старый стал, от рук отбился. А, вот она. Кажется, вот она. Она же, да? Обыскать. Больше нет места. Да, вот она. Так, гнилостный пар. Мы, значит, вот так делаем. Все, родина Удом, поехали. Мой зверь не может следовать за мной. Так, ух, охереть, у них тут звери, бляха. Че творили? Так, это не смотрите. Это никому не показывайте, не говорите. О, зверь мой пробежал, а то не может следовать за вами. Давай проедемся реально. Вот чё мне тут обыскивать? Не обыскивать ты? О, здорово, сука. Эф. Ну-ка, слезь. Я промахнулся, блин. Думаю, мы эту серию будем родину Удом домачивать, как говорится. Так. Одно копье я просрал. Как от... А, вот. Изготовили. Так, у нас есть пчелы, у нас есть приманка, у нас есть все. У нас просто есть все. У нас проблем никаких быть не должно. Видать, бегал, лутался, я уж даже не помню. Я вроде как обещал в прошлой серии этим заниматься. Ну, видимо, сел этим занимался. Так, нам, кстати, это пока что не нужна эта хилка, поэтому мы возьмем, наверное, вот эту хилку. Так, ну-ка, пометили одного. А если... А сову надо? Давай сову попробуем. Так, как там с совой-то мы управляли? Пусть помечает нам всех. Сейчас посмотрим по стелсу, что у нас тут. Так, ну вот самый крутой челик, это вот этот. Так, далеко, наверное, нельзя, да?
Давай вот этого вырубим. Никто и не заметит. Этих мы пометили. Так, почему ты... Охереть выпалить. Так, смотри, как будем делать. И хер знает. Может, что звать? Давай отзову. Хочу попробовать стелс. Тихо. Сидим, сидим. А, красота. Как давно я в Far Cry не играл. Просто супер. Козла какого-то они тут рубили. Господи, звери. У меня аж мест ни на что нет. О, шкура Широ Сиестоуну Сару. Это нормальная тема. А еще что у вас тут есть? А, это стрелу поджег. Так, сбираться или че? Блять, показывает сбираться. Так. Там у нас два кента, да? Сука, виден, да? Проблема решена. Блять, и ты видишь, да? Сука. Все, лежит. Да ёб твою мать, откуда? Ну что ты делаешь, чел? И первоклассный убийца. Даже несмотря на то, что я уже хрен знает, когда играл. Блин, вот этого может тоже добить, а то что он там грустит. Не грусти. Ну да, вот эти даже не хочу их, потому что у меня все есть. Что мне нужно. У меня по идее какая там 16 серия была, пора бы уже игру проходить, как говорится. Фига себе у тебя наряд. Хэдшот. Ну, там что-то интересное. Сука. Хера себе попадание в голову. Блять, звери. Что творят-то? Сука. Блять, не втыкай. Да ёб твою мать. Ну, пацаны. Все спалили. Ебать, вы хуячите. Вы так не хуячите. Так, бесплатная хилочка. Ну ладно, что.
стреляем. Ты где? Ты не перди. Ты охренел, что ли? Где ты есть? Слушай, охренеть ты палишь. Бежать. Так, все, тревогу никто не поднял. Странно, что он тревогу, кстати, не поднял. На каких таких основаниях? Это реально странно. Рука зала. Пересеките каньоны Удом. Это кто? Зеленый лист. Хм. О, обсидиан, по-моему. А, черный камень. Северный черный камень. Блять, я думал, я умер. Лагерь налетчиков. Так, то что у меня нарисовано, то что я что-то могу скрафтить, я знаю, просто у меня нет надобности в этом. Так, сейчас вот сюда сгоняем. Так, тихо. Сука. Да ты меня даже не видишь, придурок. Ну-ка. Совушка-сова. Пришлось тебя использовать вот так. Ебать, мужики, вас чё так много? Ну давайте воевать. Чё могу сказать? Копье. Так. Блять, не то активируем. Так, погнали драться. Хватай. Больно бьет. Так, знаешь, что я сейчас с тобой сделаю? Где? Тигра полечить. Так, лезу. Молодец. Еще кушай. Так, что там дальше-то? Так, вот с бомбочками, блин. Херово, что-то с бомбочками. Зверь.
реально. Так, пока идем вообще хорошо, на. На. Очень хорошо. Охренеть, пацаны, вы моего этого вот так не делайте. Блять, бронированные козлы. Первый. Так, тихо. На тебе в спине. Мог заряженный долбануть. Так, еще полечить. Так, какие у нас там навыки доступны стали? Нет, это не то, навыки. Одно очко. Давай вот этот изучу. Почему бы и нет? Так, на еще. Так, кота покормили. Дальше едем. Сейчас посмотрим, что у них тут. Не просто так же мы с ними тут хренью маялись. Чуть-чуть хотя бы посмотреть, что от них тут осталось. Так. Какие-то он кровавые следы. Так. Каньоны долины охотников. И огонь для Винджа забирать. Что-то там. Доберитесь до сигнального костра. Ну, поехали, че. Че, мы не мужчины, что ли, поехали? Сигнальный костер, блин. Чего до него добираться-то, господи? Что он про... олени напали. Жестко. Убить всех врагов. Ну погнали. Что у нас тут по территории? Так, разведка. Жаль вот этого. А, могу. Отлично. Только жаль, что их два. Интересно, а я могу на одного скинуть пчел? А второго вот так. Ай, красота. Тактика, ёкаломаны. Так. Поджечь в атаку. Так, залутать. Вообще быстро. Отлично. Вот так оно делается. А где босс? Финальный. Драться-то буду или нет?
Это долина, не долина. Так. Ну все. Пещеры Увода добраться надо. Ну, наконец-то. Поехали. Ты иди сюда. Туши. Наконец-то до этой пещеры доберемся в коем-то веке. Вообще насрать, вообще насрать, что вы тут стоите. Я бегу за Увом уже на серьезных щах. У меня пещера Ува, ёкала мане. Порядочный тип. Ну как можно быть порядочным, когда ты такую херню делаешь, а? Ты еще ржать будешь? Ты еще будешь ржать, да? Ты еще ржать будешь. Нефиг ржать. Сюда прыгаю. Бегают все на панике. Людоеды гребаные. Не буду их мочить, потому что зачем? Так, знаешь, что я решил? Тигр мне не нужен. Это моя личная разборка. Случае. Нет, ты не у. А жаль. Люблю просто такие миссии. Чуть-чуть по стелсу пройти. Может, он? Никого вы не видели. Не видели вы никого. Охереть их тут, вы чё? Приманка.
сука, поджечь надо. Прыгаю. Так, пчелами. Пчелами. Так, пчелы вообще тема. А, хорошо, у меня навык этот есть. Тихо, тихо. Не-не-не, пацаны, хрень не страдайте, не надо. Так, дальше едем. Чё вы? Ну чё тебя пчелы не берут, что? На еще. Ты ж тварь, а живучая. На! Наконец-то. Так жалобно закричал. Ну где ты есть-то? А, вот ты, блин, да. Так, ладно, я больше копья люблю. Для драк. Господи. Охренеть, чем занимаются? Вот. Всех там раскидал. Стреляйте по висящим сосулькам, чтобы атаковать врагов сверху. А можно еще вот так. Полезный совет. ХПшка появилась. Нормас, наконец-то. Ну, наконец. Ну чё, пацаны? Сука. На, огонька возьми.
пошла жара. Люблю, когда мясо. Так. Готовить. Опа! И все. Ух, нифига себе, здорово. Не боишься огня и пчел? На. Орешь как тварь, на еще. Опа. Так, ну может быть преимущество свое использовать. Так, ну, слушайте, надо преимущество свое использовать. Причем реально его надо использовать. Где мой боец? Так, ну-ка, а если дубину, сука, зажечь? Больной черт. Блять. Да как так-то? Еще по какому-то полудурку не попадает. Так. Это ты что ли меня ударил? Ешь, ешь, ешь. Так, тихо. На. Ну, сейчас так в него постреляю. Так, ну у меня ресурс кончается. Бежит.
где? На. Да как так-то? Ты иди в жопу. Похилься, похилься, братан. Так, а ты чё где? Блин, тяжело, тяжело. Нормально, так тяжело. Ой. Тихо, тихо, тихо. Хилим. И самим бы было неплохо захилиться. Там уже чуть-чуть осталось. Что такое бронированный-то, а? Так, тихо. Пока от тигра отбежали. Так, мясо пока есть. Да как так? Им башки, что ли, пролетело? На. Стрелами. Так, чуть-чуть осталось. Чуть-чуть. Контроль над целью. Быстро убийство не получилось. На. Это ж козёл. Еще раз пчелами его как ебанем хорошенько. Духа, духа, сбич, давай. Или меч. Его пчелу вообще добротно мочит. На. На еще пчел. Я вот так тебя буду. Нет, 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 я деда выебывался, тихо. Тихо, тихо, тихо. Ну давай. Чувак.
рукопашку. Забивает с ног, тварь. Ну давай. Да сколько можно-то? Ух, ну я устал от тебя. Не-не-не-не-не, ты больше так не махайся. Не, не получается над стрелами. Или этим копьё-то у меня есть? Ну-ка. На ещё. Блин, прям в углу держу. Ты гонишь, что ли? Да сколько можно-то? Уже просто, понимаете, уже все, уже край. Ты чё, на? Сам ты там сосаль будешь. Я поражаюсь. Я в тебя уже сколько дубинок воткнул, а? Тварина. Все. Наконец-то. Ну да, давай ребенком прикрывайся. Теперь у умирать. Дитя Удом, идти со мной. Ты чё, нет? Ты чё, с ума что ли сошел? Дитя-то оставь. Удам умирать от болезни. Винджа жить много, Вун. Конечно, будешь жрать человечину, всегда какой-нибудь хренью заболеешь. Защищать.
защищать. А ты чего отдал-то? То есть я тебя пришел убивать, и ты при этом мне свое дитя отдаешь? Свободно идти. Интересно. Удам смерть, ува. Интересно. Он идти, хозяин зверей. Духи шептать о твоем возвращении. Ул мертв. Ты приносить его ухо? Нет ушей. Ты приводить детей? Слишком маленькие уши. Сильный дух. Нормально он им там въебал. Ты приносить Винджи много ун, Такар. Теперь Удам боятся Винджи. Ты слышишь? Крики стихнуть. Сегодня мертвые Винджи спать. Бежище Удам завершено. Ух. Ладно, посмотрим потом, что там дальше будет. В следующей серии прям с этого и начнем. Поэтому подписывайся на канал, ставь лайки, не забывай писать комментарии. Я очень рад, то, что спустя столько времени наконец-то у меня получилось хотя бы серию по Far Cry записать. Я думаю, на этой недельке еще что-нибудь попробую записать. Обновление Хильдир в Вальхейме, скорее всего, тоже посмотрим, что там надобавляли такого. Ну, постараюсь это организовать. Ну что ж, всем удачи и всем пока, друзья. Желаю всем хорошего настроения. Я очень рад, то, что... вы меня ждете, то что вы скучаете по контенту. Всем до скорых встреч и всем пока.